Всем привет, друзья! Меня зовут Клюкучка, и сегодня мы поиграем в воришку Боб. Я в него еще не играла, я там вот все картинки присмотрела, а так только в него еще не играла даже. Итак, вот, я в него еще не играла вообще, вот ни капли. Вот он, воришка. Вот они приходят. Это только первый уровень, я ничего не приходила без вас. И вот тут надо сокровища забрать. Так, а тут как надо идти? Так, вот она я, вот уходить на его пути. И, о, что это, сокровище? У меня 500 баксов есть, понятно. Следующий уровень. Вот и мы на следующем уровне. Так, вот этот оранжевый, ну я поняла, все поняла. Так, секунду. Я не поняла. Тут кто-то есть? Нет, я просто боюсь чуть-чуть. Фух, только никого нет. Ну это уже побольше карта, небольшая такая. Побольше уже намного. Так, тут что-то сверкает. Надо. Просто я никогда вот воришку не играла, вот впервые вот. Возьму немного этого. Идем. Вот там вот еще немного вот. Все, теперь мы можем убегать. Теперь следующий уровень, третий. Ребята, теперь тут есть бабулька. Вот она, смотрите. Я боюсь. Я пока забрала самые главные сокровища, а теперь я боюсь вылезти из этих кусочков. Самое страшное, мне страшно, очень страшно. Я не знаю, вот. Блин, она пока туда... Фуф, все, мы убежали. А теперь четвертый уровень. Что же у нас тут будет? Опять бабуля. Ой, реально так страшно. Думаю, надо закрыть вот эту дверь, на пока... Вот, все, я сматываюсь отсюда. Реально тут что-то стремновато. Следующий уровень. Итак, вот мы передвинулись на шестой. А теперь тут появилась и мамочка. Мамочку надо оберегаться. Надо тихонько идти. Так, все забираем. Ребята, меня бабуля прибила. Это очень жестко. Что же тут делать-то? Надо как-то аккуратненько пройти. Страшно. Бабушка прибила. Ну за что? Как же сделать аккуратненько, чтобы аккуратненько пройти? Вот так вот. Надо вот это взять. Ребята, что тут нам не надо сделать? Я знаю. Фуф, она не пойдет в эту дверь, слава богу. Она в нее врезалась. Она просто врезалась в эту дверь, стоит и все. Прекрасная бабушка, мне нравится. Ребята, это самое страшное. Бабуля, полицейский. Побежали! Ура! Теперь седьмой уровень. Пока все легко, но надо поторопиться.
Ой, не поторопиться, а постараться. Страшненько как-то. Что там, где это? Кто это там? Папа, мама, кто это? Это папа вроде. Или кто это вообще? Я не знаю, что это за люди. Это, наверное, вот это мама, а вот это папа, наверное. Молодец, уходи отсюда. Отстань от меня! Отстаньте, не трогайте маленького воришку! За что, мир? Маленькую воришку. Это все ты виноват, это все ты виноват, я знаю, это ты виноват. А, вот тут у нас сокровища лежали. Ничего не услышали. Они либо глухие, либо бабуля намного лучше. Так, посмотрим. Там вот есть все-таки сокровища. Надо аккуратненько приобрести, пока они не видят. Он дверь за собой закрыл. Какой культурный, я даже не могу представить. Вот тут много сокровищ. Вот тут какой-то супермен. Вот его надо обходить. Это серьезный парень. Пока нужно вот сюда пройти. Так, вот так, аккуратненько. Посмотрите на воришку Боба. На танцующих хотят быть похожими, хотят быть похожими, хотят. Не зря, не зря. Ладно, ребята, я думаю, на этом все. Всем пока, до скорых встреч. И зачем